Отлично, десант. Дальше Скар справится сами. Принято. Покончите с этим. Заставьте нас гордиться. Понял, штаб-сержант. Готовь боевой разгляд, Рейн. Покончим с этим дерьмом и поедем домой. Скар-2, нас преследуют. Где вы? 1-1, выполняем другую задачу. Прерываем выполнение и идем к вам. Есть попадание. Зарубляйтесь и прикройте нас. Принято, чума. Очистите воздушное пространство. Тогда мы сможем уничтожить турбину. Берегись, в бой вступил Эй-Джек. 8 тесак. Открыть турбину изнутри. Давай, приземляйся. Скар-2, прием. Мы стоим на турбине 1. Принято, 1-1. Прикрой. На 2 шага впереди тебя, Бранель. Как всегда. Thank you.
там. Я пойду сзади. Береги свою шкуру. Защита турбины отключена. Поняла. Ты слишком близко, Рейден. Турбина отключена. Всем скан. Прием. Турбина отключена. От Крока ничего не слышно? Пока ничего. Они в порядке. Не беспокойся. Надеюсь. Надежды недостаточно. Нужна вера. Давайте поглядим, как взорвется эта башня. Иди вдоль трупа, наслаждайся фейерверком. Зажжем эту свечку и домой. Давайте убираться отсюда, пока они не нашли нас. Так точно, Рейдер. Командуй. Все СКАР на старт. Принято. Возвращаемся на базу. Система запуска работает. Вперед. Зажигание. Тяга штатная. Возмездие. Полетели. Принято. Запускаю двигатели. Возмездие. Рубеж 19 тысяч. Поднимаемся. Принято. Полтора маха, рубеж 35 тысяч. Радар что-то засек. Это Олимп! О, черт! Тренировка систем. Капитан, подбит! Выравнивай, давай! Заклинило насмерть! Давай, давай! Он у нас на хвосте! Маневр уклонения! Работай, ну же! Переход на ручное управление. Я иду. Двигай уже на возмездие. Крок, жми на газ, мы прыгаем! Есть, сэр! Роза, кубик! Повторение! Капитан, пора это пульсировать! Нет, я на
вас вытащу! Столкновение неминуемо! Надо прыгать, сэр! Тревога, тревога! 1-1 прерывает полет! 1-1 вне игры! Брешь в корпусе! Возмездие! Выходите из боя! Отступайте! На подходе еще несколько! По нам стреляют из всех орудий! Выходите из боя! Сейчас же! Нет! Мы вас не оставим! Крок! Уходи! Это приказ! Понял, сэр! Мы вернемся, Рейс! Ты слышишь? Мы тебя найдем! Попутного ветра 141. Капитан, ваш скафандр. Меня задело в кабине. Левый рукав порвался. Тревожные новости, сэр. Капитан, что мне делать? Оставь, Итан. Не могу, сэр. Моя задача — это вы, капитан. Кто это сказал? Я техническое средство, сэр. Расходный материал. Нет, нет. Ты мой брат, Итан. Ваш говорящий брат — робот? Именно так. Тогда я красивый, а вы умный, сэр. Не вопрос. Похоже, вот и все, напарник. Кажется, я боюсь, сэр. Я тоже. Не отключайтесь, сэр. Сэр. Капитан. 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 Капитан, слышите меня? Капитан Рейс. Сейчас очнусь. Вот так, Монро. Открой глаза. Я Феррон, капитан Тигра. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайант Линк. Он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр. Вы в челноке Тигра. Я возвращаю вас на возмездие. Корабль. Мои люди. Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. Кто связался с вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею? На войне нет друзей, Рейс. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. От безысходности, капитан. И к тому же скромный. 5 секунд. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50-процентные потери недопустимы. С возвращением, капитан. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на Тигр. Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Иначе не умею, сэр. Солт, я знаю, ты... Ты готов? Всегда. Экипаж ждет вас, капитан. Пошли, Рейс. Капитан на мостике. Сэр, адмирал Рейнс на линии. Рейни время не теряет. Давайте. Люки задраены. Рейнс, чертовски рад видеть, сынок. У меня есть секретная информация только для тебя. Свяжись со мной из своего кабинета. Есть, сэр. Связист, соедините адмирала с кабинетом капитана. Есть, соединяю.
Слушаю, адмирал. Новые данные об атаке на систему Атис. Мы провели полное обследование агента СДФ, известного как Рая. У пленника обнаружено вживленное устройство. Транспондер. До сих пор работает. И что он передает? Разбираемся. Кстати, я сообщил Солтера о ситуации, требующей твоего внимания. Война в разгаре, капитан Рейс. Поражение невозможно. Отбой. Защищенное соединение прервано. Благодарю вас. Рейс, подробные данные у тебя на терминале. Или возьмем другое задание. Это секретный инструктаж, касающийся военнопленного, захваченного в Женеве. После того, как против нашего флота применили Атис, оперативник, известный как Райя, попытался уничтожить всю систему. Это могло лишить Землю защиты от воздушных атак. На данный момент неизвестно, может ли система быть уничтожена из другого места. Буду держать тебя в курсе всех изменений. Конец связи. Тигр, главное, это возмездие, как слышно. Что там у вас, возмездие? Капитан Феррон, Олимп атаковал возмездие в районе Титана. Шакал командира Рейса был подбит. Итан был на борту. Они катапультировались. Он приказал 141-му покинуть сектор. Возмездие было под обстрелом. Пилот подчинился и свалил. Мы его бросили. Ни оружия, ни прикрытия. Мне жаль, лейтенант. Вы выполняли приказ. Я и сейчас выполняю. Я попросил стратком выслать спасателей. Адмирал Рейнс отказался, не хочет рисковать питью ради двоих. От меня-то вам что надо, лейтенант? Рейнс запретил мне действовать. Но вам-то он не запрещал. Найдите его, Феррон. Я 10 лет прослужила с этим доблестным засранцем. Он спасал мою шкуру черт знает сколько раз. Я без него не могу. Можете, лейтенант. Не хочу. Понимаю. Чисто логически идти за ним было бы ошибкой. Но сегодня мы уже похоронили 19 командиров. И я не намерена терять еще одного. Вышлите мне последние координаты, посмотрим, что можно сделать. Не будем кричать об этом. Будут новости, свяжусь. Главный отбой. Столкновения на поверхности Луны прекратились после того, как силы САТА отбили порт у фронта обороны колоний. Лунный портовый комплекс, главный торговый центр и пассажирский терминал для жителей Земли. Объединенная операция сил береговой охраны порта и групп специального назначения, в том числе элиты военно-космического флота, СКАР и десантников ЮНСА, завершилась отступлением войск СДФ по всем фронтам. Специально для канала вооруженных сил ЮНСА, Рена Сайен, Нью-Дели. Карта обновлена и готова к использованию, капитан. Сэр! Что бы вы с адмиралом не затеяли, я с вами. Прыжки, нагрузка на корабль. Ничего страшного. Наша цель, капитан? Тигр отправляется. Хорошего полета, Феррон, и удачи. И вам, капитан Рейс.